Всем привет, с вами я, Кирилл, и сегодня мы играем в Ребенка в желтом. Добро пожаловать в игру Малыш в желтом. Эта версия игры включает три новых главы из обновления Черное окошко. Отдайте своему любопытству, познакомьтесь с новым другом и разводавайте тайны за картиной на чердаке. Вы хотите начать сначала или с Черной кошки? Давайте начнем Черную кошку. В предыдущей серии надо было, оказывается, ребенка выкинуть назад, где был заяц стрелочкой. Надо было туда ребенка кинуть. Но мы этого не поняли. Так что давайте найдем. Ну, начнем с Черной кошки, короче. Все, начинаем. Бесит все. Все, давайте начинать. За морем в далеких странах. Так, что это? Так. За морем в далеких странах. Войдите в квартиру. Заперто. У нас вроде был один... Вот. Так, куда? Блин, дом рушится. О, кошка. Может, можно это? Кошечку взять? Ты чё? В июле выпал снег. It started when I took this job, but I was not the first. They are with me. Night fell the first day, and the hours dragged on. Still we cared for the child. Тянулись дни, мы следили за малышом. We spoke of Haster and Casilda in their absence. While outside, the fog rolled in as the cloud waves roll and break on the walls. Это как будто другая нянька, что ли? Understood by the ignorant and wise alike. More precious than jewels. More soothing than music. More awful than death. Смерти? Короче, пофиг вообще. Смотрите, вот кот. Кот, стой! Куда ты? Происходит вообще? Куда нас тянет? Малыш, помогай! А нифига он нам не помог. Где мы? За морем далеких. Следуйте за черной кошкой. Кошка, это кошка, вот это та самая кошка. Тогда идем за кошкой. Кошка! Кошка! Что происходит? Да назад иди. Что происходит? Че, где малышка хочет? Что это? Любопытство. Иди за мной. Даже, да, шевелись. Через портал затаись. Черная кошка. Ведь слышали, как мило он мяукнул? Так, где мы здесь? Ема здесь лагает. Нельзя тут немного что-то. Графика эпическая. Ой. Ну, вот такая пойдет нам графика. Что-то такое у нас. Так. Тут у нас два, тут один. О, это что так? Так, тут нужно три. То есть... Вот сюда надо это вставить. Так, где у нас еще что? Это болтики всякие. Вот еще книга какая-то. Это у нас 4, то есть нам нужно еще 3 найти. То есть это 1, 2, 3, 4. Тут 2, 4. Да куда? Так, не будем слушать записи, зачем? А вот еще 3 какая-то. Вот, три. Так. Не достает. Так. Пополнить очаг. О. Надо что сделать? Много?
О, нифига, нифига, нифига. Так, куда мы идем сейчас? Что это? А! Ты чё, тварь? Куда ты побежал? Нафиг пугаешь? Ой, тут закрыто. Там тоже закрыто. А вот тут открыто. Что там? Ничего там нету. Тут ничего. Сейчас упадет. А хотя нет, хотя нет, ничего не упало. Что это у нас? А так мы тут были уже. Что это? Картридж, батарейка. Чем нам батарейка? Ладно, давайте возьмем. Ее куда-то вставить надо. Ладно, давайте ее бросим. Кот, привет. Ньюта. Это кто, Ньюта же, да? Вроде. Или это... Ну, это вроде Ньюта. Оживите, вставьте новую батарейку. А, вот для чего нам батарейка. Возьмите робота наверх. Куда, сюда? Или куда? Вот сюда. Установить робота. Включаемся. Чего? Еще ты не с батарейкой. Коснитесь. Ой. А, надо так. Хоп. Хоп. Оу. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп, хоп. О. Чернила. Нужен картридж. Картридж мы вроде там видели. Или где, или тут. Картридж. Взять. ЛК. Что это такое? Картридж. Взять. Картридж. Ладно. Ай. Как он хихикнул, его же. Так, стоп. Он уже. Он ползет сюда, что ли? О, спасибо за сердечко. Так, опа, сюда еще гнездо думаю. Ой, куда? Его что, еще сюда ставить надо? О. О, ура, смотрите, я нашел усилитель. Держи. Нельзя прикрепить рукой. Куда? Вот сюда. А сюда нужен этот? Пошли-ка. Не понял. Чем-то нужно дверь подпереть. Можно чем-то вот тут. Тут только с... Детям запрещено. Что ты тут делаешь? Это запертое. О, ура, можно дверь подпереть. Пошли, Ньюта. Так, давай. Нифига ты. Куда? Найдите Ньюта. Куда он пошел? Происходит.
Ух ты, не смотрите, что обрушилось здесь. Ничего себе. Где что-то мне теперь не достает. Что мне теперь делать? О, привет! Выйдите из подвала. Помогите Ньюту отремонтировать лифт. Гаечный нужен. Ключ. На. Ничего себе, он близко уже. Так, банка масла. Где банка у нас масла? Ой. Вот она. Давайте я сейчас включу запись, вы сами почитаете все. Ты что ругаешь? Так, молоток, молоток, молоток. Это что, молоток? Нет, это отвертка. Пила, пила, пила. Блин, отвертка. О, молоток, молоток, молоток. На. А куда ты опять полетел? Опять же дальше. Что-то там, что ты там долбишь? Мне кажется, ломает, а не ремонтирует. Нифига ты отремонтировал! Ничего себе ты умный! Ема, смотри, что мне это вообще не прогружается. Ура! Мы уезжаем. А! Мелкий ты пахнулся! Мелкий ты пахнулся! Лаборатория. В саду таинственном, где чужаков не ждут. Убежище в Каркозе. Мудрости редут. Ньют. Лаборатория. Жестко. Так, пошли, я уже вижу, что тут. Что ты тут? Давай, цепляйся. Ура! Что это такое? Нема цветочек. Ай, позвать Ньюта. Что ты делаешь с цветочком? Зачем ты его портишь? Зачем ты его портишь? Что это? Собрать. Что это? Как это выбросить? Так. А, это типа вот эти штуки? Я вроде смотрел, что нужно сделать с зельями. Так, зельями нам что нужно сделать? Нужно нам сделать зелье тяжелее. Вроде ребенка нужно вот сюда засунуть. Скорее всего. Но я смотрел только вот. Как сделать лабораторию? Говорят, она сложная. Что мы вообще делаем? Бутылочку взять, бутылочку. Так, у нас получилось зелье магнита. Ой, что происходит? Мелкий! Мелкий раскудактался. Мелкий, ты чё? О, всё, заржал. Чё ты ржёшь? Так, сейчас нам нужно выпить, чтобы он присосал сюда ключ. Всё, ключ отдай, ключ отдай. Ключ отдай. Так, вот вентиль. Дальше мы ставим его сюда. И дальше я не знаю, что делать. Дальше, скорее всего, нужно его туда запихать. Берем, вот все так делаем, вот так делаем. Вот, да, так делаем. И сейчас он оттуда нам ключ даст. Все, спасибо за ключ от души тебе, брат. Так, сюда. Так, это что такое? Ага. Ой. Что за знак такой?
Где Ньюта? Вот он, Ньюта. Ньюта, стой! Ты мне нужен. Так, все. А, стой, 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 стоять там. Что ты делаешь? Ах ты ж тварь! Чё, книгу берешь? Ну все, я тебя вызываю на дуэль. Что тут делать надо? О, что я тут сделал? Что-то я здесь сделал. О, спускаемся. А, ты чё, падла? Берет и пугает еще. Ну все, охренел. Так, что это такое? Не понял. Почему здесь нету ничего? А здесь есть. О, здесь и рычаг есть. Ничего себе. О, пленка. Может, надо рычаг? Или нет? Я знаю, как эти фотографии делаются вот так. Потом, скорее всего, его сюда нужно запихать, в кинопроектор. Давайте засунем. О, смотрите, да, у нас тут работает. То есть нужно сейчас фотографировать рычаг. Это же логично, что вот тут все сломано. И вот сейчас все вот тут сфоткаем, починим. Вот так все делаем. Все понял. Все, я все понял. Сейчас рычаг отремонтируется. Сейчас отремонтируется рычаг, должно. Ага. Да, да, про что я и говорил. Тут еще цветок мертвый. Ага, тут он целый, все понял, так же делаем все. Все делаем так. Вот мы сейчас воткаем целенький. Целенький. А нет темноты, что? Так, сейчас должен цветок отремонтироваться, да? Ага, все отремонтировалось. Ага, все. Ах ты ж тварь. Ньюта, лети, давай. Давай. Сейчас она опять нам эту хрень даст тут. Теперь зеленая. Ура. Блин, музыка классная. Так, а что это такое? Что это такое? А сюда что-то надо тяжелое, что ли, положить? А, стоп, может, сюда нужно также запихать этого дебила, и он вылетит прямо на вот это поле. В принципе, логично, если у нас будет зелье тяжелее. Ну, вот это, скорее всего, тяжелое. Как еще-то? Так, теперь как нам нужно? Зеленое и красное? Зеленое и красное. Теперь мы должны сделать. Так. Опа, он стал тяжелым. Оп, да, 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 да. Да, ты тяжелый. Жопа тяжелая. Ньюта. Ой, его можно из пушки стрелять.
Давай, помогай мне, Ньют. Давай. А, ты... Ньюта, поймай... Ньюта. Она, скорее всего, Ньюта болит, боится, ага. Но куда ты? Куда ты? Стой, тебя нужно выстрелить. Сиди здесь. Сейчас я этого дебила поймаю. Что я, ты, робот? Ты... Так, и что с тобой делать теперь, Ньют? Ой, Ньюта, извини. Теперь тебя заряжаем, ты нам не нужен. Я видела этот момент в ТикТоке. Так, все, дальше я знаю, что... Нет, блин, если этот ребенок хочет нас убить, то мне его жалко в том, что он же ребенок. Он же Ньют. Да зови Ньюта. Что не заснялось? Так, загрузка. Столкновение миров. Их приход неизбежен. Мне надо начать подготовку. Врач. А, это врач говорит. Что-то там наш малыш откинул. Вот мы сейчас встаем. Столкновение миров. Что случилось? Вон, я вижу эту хрень. Ой. Так. Синяя. Давайте, я вот так вот, только вот это зелье знаю. Да, это оно. Малыша последнее зелье. Теперь вам нужно к двери. Блин, что-то кольца. Кольца, что с кольца с нами? Быстрее к тебя, к этому, этим. Открываем. Так, дальше что нам делать надо? Дальше я что-то не помню. Вроде там комната будет, только что там делать надо, я не знаю. Вроде тут дверь появится, вот здесь. А. Вот. А, надо соску взять. Да, это у нас было еще в тот раз. Кухня вроде... А! Вот, соска под стеклом. Чем вопрос мы раздавили? Чем разбили? Малыш, успокойся! Вот так дверь должна появиться. А, нет. Так. Вроде так, потом. О, что-то так. Делаешь. А, он вот эту штуку сломал. Получите сердечко. Он сломал сердечко. Зачем он это сделал? Чё, дебил? Оу. Это делал я. Зачем ты сломал сердечко? А, куда? А, он здесь. Чё сделать? Что делать? Я не понимаю. Я... О, подпери дверь. Что делать? Подпери дверь, что дальше? Не то. Куда мы лезем?
куда идти? Куда идти? Сюда идти? Сюда идти? Сюда? Что это за место? О, сердечко. Корпус, то есть от него. Где дальше? Где что? Во, еще. Вот еще. Давай, сердечки, соединяйтесь. Дайте Ньюта. Следуйте за Ньюта. Ой, это ж тварь. Куда? Вот он, Ньюта. Нет, я бегу. Что вообще произошло? О, ставьте сердечко. Ема, это что, на тяжелое такое? Ёпарас, это что происходит? Давай! Держи Ньюта, я все делаю. Я сейчас поставлю сердечко. Все, я поставил сердечко. Ньюта! Ньюта! Как это так? Ньюта умер. Посмотрите, что он нам напечатал, наконец. Это же он напечатал, наверное. Я думаю, продолжение будет. Все, это конец. Что делать? Надо превьюшечку для превьюшечки. И превьюшечки. Так, беремся. Это что, куда? Да туда надо ставить? Что происходит? Что происходит? Я не понимаю, что происходит вообще с этой игрой. Что-то двигается. А, это логотип, это знак. Закройте две плотно. Что это? Что это? Нет. Почему вы перевели его сюда? Что вы наделали? И все, конец. Это плохая, скорее всего. Это все? Спасибо за игру. Это еще не конец. Новые главы, секреты, наряды и не только. Чтобы оставаться в курсе, подпишитесь на Twitter, Discord и TikTok на компании TM Terrible. А, вот это мы прошли с вами. Ну, короче, спасибо всем за просмотр. С вами был я, Кирилл. Всем спасибо, всем пока.